так як був офіцером запасу, в воєнкоматі визвали на воєнні збори. Дві неділі понастраював там комп'ютери, поділав таблиці, і мені запропонували зробити правильні документи і підписати, ну, для того, щоб підписати контракт для служби в воєнкоматі, відділення кадрів. Замполітом став з воєнкомата, прийшов наказ на перевод уже в 23-му году на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Отак і став. Потери дуже великі, приблизительно 2 ВОПа точно. Со 100 чоловік, 50-60, 200, я думаю, точно. Це мобілізація, принуждення. Тебе просто приперли до стінки і відправили. Люди не їздять в відпуска, сидять без ротації, постоянні обстріли, заміни толком нема, ніякого якогось явного поощрення нема, тільки треба. Є случаї, ну, СЗЧ. Тобто чоловік уїхав, там, по сімейним, не по сімейним, якось виїхав з позиції, все, він пропав, не вернувся. Само собою, обратно вся пісня починається, відпустка блокується, ніхто, нічого, нікуди. Моральний стан людей убитий вкрай. Всі хочуть знати, коли ротація, коли закінчиться війна. Коли вже попадуть додому, люди устали. Людей просто відлавлюють, звозять, засовують, і все це, ну, принудительне діло. Верховна Рада, законопроекти, перестав вірити, перестав слухати. Це, ну, просто розчарування. Кожен раз, кожні вибори, кожні законопроекти, це все одно якісь або проєкт чиї-то отмивки денег или будущее чья-то выгода. В городах, где более образованный народ, ну, трудно человека поймать, потому что образованный человек, в свою очередь, и, скажем, более продуманный, ему есть где скрыться, есть как продумать, чтобы его не нашли. Вот то, что с полицией говорили, полиция так же сама не может зайти на приватно, как, ну вот квартира, это приватная власть, частный, на частную собственность. Для этого нужен ордер, там, разрешение прокурора и так далее. С этим никто играться не будет. Не открыл человек, все, значит, его нету. То, что ему там пакеты с едой, с балкона будет спускаться крючок, и младший брат или кто-то, кого нельзя призывать, будет ему вешать пакеты с едой, и они будут подниматься, на это тоже повлиять нельзя. Ну, то есть основной ресурс кто? Рабочий, трудовой народ. Народ с районов, села, где их проще, я не знаю, ну, мобисты, люди без души. Лютый бизнес. Алкоголь, где-то что-то достать, это на ура. Какими тропами туда выходят, ну, я без понятия. Но поступления алкоголя регулярные, скажем, тоже были проблемы в определенного процента с травкой. Причем это как-то победить, искоренить вообще не без вариантов. Конкретно в подразделении АК 47-е, 74-е, пулемет Дегтярева, ну, ПКМ были. Когда-то был ДШК, людей практически не осталось, командир роты 200-й,
И я собрал всех, кто остался. И ночью мы просто выдвинулись в сторону ориентировочно. Ну, в принципе, мы знаем, с каких направлений у вас огневые точки. Более-менее в сторону открытых позиций, чтобы нас могли услышать. И уже на том расстоянии, когда нас можно услышать, где мы слышали до этого, что вы где-то там разговариваете, и я вполне уверен, что нас оттуда тоже было слышно. Кричали, что сдаемся. Нам дали команду снять бронежилеты, каски на открытой местности, сложить оружие и по одному выдвигаться в вашу сторону. Нас встретили, обходились с нами хорошо. Напоили теплым, горячим, покормили. То есть не то, что нам рассказывают. Лучше остаться живым в плену, чем мертвым и забытым. Приехать очередным цинком домой. Лучше сдаться и остаться живым и закончить это все кровопролитие, чем быть очередным в братской могиле.